В железнодорожном районном суде начинается процесс над 37-летним горожанином, который наворовал на промышленной базе радиаторов отопления почти на 500 000 рублей. Фигурант выносил их из хранилища на протяжении нескольких дней. Местом преступления стала промышленная площадка на улице Шкотова, где расположены несколько предприятий. Обвиняемый проходил испытательный срок на одном, а присмотрел лазейку на складе другого. Как говорят в полиции, мужчина является бывшим сотрудником компании, которая и пострадала от его действий. Житель индустриального района проникал в хранилище фирмы, занимающейся установкой климатической техники, и выносил оттуда новые биметаллические батареи. За 5 дней он уволок отсюда 58 радиаторов. Часть добычи он пристраивал в комиссионные магазины, часть сдавал как лом цветного металла. При этом делец не пытался как-то запутать следы. Товар он приносил под свои документы, которые спрашивают в подобных случаях. Довозить ворованное от забора базы до места реализации мужчине помогали его знакомые. Своей машины у фигуранта нет. Уточненный ущерб от действий вора по заявлению потерпевшей стороны составил 482 тысячи рублей. Обвиняемый, имеющий богатую криминальную биографию, во всем сознался. Ранее злоумышленник неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные имущественные преступления, в числе которых кражи и грабежи. Хабаровчанин отбывал наказание в местах лишения свободы. Полученный от продажи похищенных радиаторов порядка 100 тысяч рублей, злоумышленник потратил на личные цели. Фигурант за отсутствием иного жилья делит квартиру с родителями на улице Черняховского. Снимать угол ему накладно, да и больше времени в своей жизни уголовник проводит за решеткой. Брать под стражу его не стали. До окончания суда мужчина дал подписку о невыезде. 6 лет колонии – это максимум, что грозит подсудимому. С места происшествия Полина Харечко и Андрей Алферов.